Здравствуйте, итак, это Клондайк, и что же завтрашний день нам готовит? А он готовит классное обновление. У нас будут гномики, у нас будут лепреконы. День Святого Патрика в нашей игре Клондайк. В прошлом году это было просто здорово, в этом году посмотрим. Ну, я вам честно говорю, я не обещаю, я очень сильно буду стараться, если у меня получится с телефона, как сегодня, раздать себе на комп интернет, то я обязательно зайду. Конечно, весь остров не выбью, но по крайней мере какую-нибудь экскурсию небольшую по острову мы все-таки совершим. А сегодня, раз уже зашла, давайте осчастливим соседей подарками. Ну да, не всем они горят, но есть такие варианты, когда вот подарок очень-очень нужен, его очень-очень ждут. Да, по-моему, мой мобильный интернет говорит, наверное, до свидания, хоть бы мне успеть это маленькое видео записать. Все ждем обновления с лепреконами, это с горшочками, с такими красивыми. Это будет шикарно. Это мое маленькое, как говорится, такое... Ой, все, всем дарим ветер. Уж простите кому. Просто подвисает, видите, подвисает, не виновата. В общем, ждем завтра. Я очень сильно постараюсь снять. Все, пока-пока.